друзья, согласитесь, что одно без другого существовать не может. Москва без страны и страна без Москвы. Поэтому мы сегодня здесь, в центре Москвы, отмечаем день рождения страны, а точнее день рождения телерадиоканала «Страна-ФМ». И предлагаю узнать у горожан, насколько сильно они любят свой город и свою страну. Поехали! Пока планета эта кружится, я тебя не отдам никому никогда. Сейчас в такой трогательной песне на сцене выступает певица Настасья. Я тебя никому не отдам. Эти ребята, наверное, тоже друг друга никому не отдадут. Давайте спросим у них, какие эмоции их переполняют. Любите Москву? Да! Любите наш телерадиоканал «Страна ФМ»? Это все ваши проекты, которые вы задумали, все получались на ура. Удачи во всех начинаниях. Я чувствую, что я выбиваюсь из дресс-кода, потому что вторая девушка подряд у меня в красном платье. Настасья. Здрасте. Ну давай, рассказывай, чего это ты перешла на красный? Это ты тигрица, вышедшая на поиск своей жертвы? Я апельсинка. Дорогая «Страна ФМ», поздравляю тебя от всего сердца. Процветание прекрасной музыки, добрых, талантливых артистов. Праздник продолжается. День рождения Москвы, день рождения телерадиоканала «Страна ФМ». На этой сцене молодые, смелые, амбициозные, дерзкие. Группа «Интонация». Днем рождения Москва. Пускай за окнами небратский мир черно-белой полоской дни. Кажется, что на годы один на один. Конечно, друзья, я сегодня из всех зрителей, которые пришли на наш праздничный концерт, выбираю самых ярких, самых громких, самых танцевальных. И вот одни из них. Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Людмила. Привет, привет! Меня зовут Маша. Люда, как тебе концерт? Концерт потрясающий. Группа «Интонация» просто. Я знаю, ты фанатка телерадиоканала «Страна ФМ». Можешь нам что-нибудь пожелать? Нам будет приятно. Я желаю вам успехов, преданных слушателей и, конечно же, хорошего, позитивного настроения и здоровья. Самое главное. Оставайся со мной. Никуда не ходи, там уже темно. Оставайся со мной. Дорогие друзья, я хочу вас познакомить с одним очень важным человеком. Зовут ее Елена Кочерян. Именно она отвечает за артистов. Лена, все ли у нас в порядке, все ли у нас под контролем? Все под контролем, все вот так. Все, если Лена сказала, значит, все так и есть. Отлично. А мы ждем выхода на сцену Элины Чаги. А есть у артистов, может быть, какая-то скороговорка? Или ты как ты вот разогреваешься перед выходом на сцену? Что ты делаешь для этого? Честно, ничего. Вот так, друзья, все секреты сейчас узнаем. Это не очень хорошо, потому что опасно ли петь на неразогретые связки. Обычно артисты там как-нибудь их прогревают всякими упражнениями. Я это делаю, но перед какими-то такими сольными концертами. Что ты натворил, как я мамочке скажу, пропаду, пропаду. У меня есть для тебя скороговорка. Три раза надо повторить: с днем рождения, «Страна ФМ», с днем рождения, «Страна ФМ», с днем рождения, «Страна ФМ». Давай попробуем. 3, 2, 1, начали. С днем рождения, «Страна ФМ», с днем рождения, «Страна ФМ», с днем рождения, «Страна ФМ». Ну вот, видишь, и говоришь, что не разминаешься. Все, хорошее выступление тебе, супер. Уу! Нам 2 года!